Итак, добрый вечер. Новая книга будет по содержанию повторять «Северный Сентри», или она о другом. Она более практичная, что ли. Можно так сказать. Вот понимаете, «Северный Сентри», если там человек узнает, что существует биополе, и что мы эти самые, что, ну, кусочек я даже показал, видели? Вот это одно. Но то, что вы видели, вот буквально вот это самое, сейчас только показывал содержание, да? То, что вы видели содержание, это как, это вот то, что энциклопедии, которые написали эти феи, все, кому не лень, так и энциклопедии. А дальше, значит, это опытный садовод. А этот садовод лингвист и ни одно дерево в жизни не посадил. Первое дерево посадил перед камерой. Причем посадил так убого, что противно смотреть. Вот. Настолько убого все это. А это энциклопедия. А настоящая энциклопедия, это как раз вот эта книга номер 3. Она практически четвертая, первая книга Скуродюмова. Но там компромисс. И мы эти компромиссы еще будем изучать. Теперь идем дальше. Так что она не будет повторять «Северный сад». Увидите сами. Так. Вы знаете почему? Книгу «Северный сад» написал Железов. А книгу, которая последняя, вот эта, я то есть просто название запомнить не могу. Как там было это? Вот, хоть должен знать название, но ну-ка. Сейчас. Ага. «Тайна плодовых деревьев. Садоводство для избранных судьбой». Это не шутки, это действительно это. Проще не бывает ничего на свете. Это уникальная книга, она совсем другая. Я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, вы меня поняли. Смотрим дальше. Виктор Казаков. Павлу Сумму перевел. Нет, вы представляете, Виктор, дорогой мой, дружище, неужели вы первый? Если я первый, то лучше два автографа, Павла и ваш. Вы знаете, смотрите, как было. Однажды у Павла есть тут в 100 километрах от меня друг. Приезжает ко мне большая коробка. В коробке лежало 40 книг. И вот в эти самые. Я их подписал. Это самое. Там фамилия обязательно, имя, отчество. Вот. Он мне список фамилий прислал. Привез список фамилий от Павла. Он умудрился же. Павел нашел тут земляка, он ему выслал эти 40 книг. За 100 километров привозит его земляк ко мне. Вот. Не земляк, а друг. Вот. Я их подписываю конкретно. Иванов Иван Иванович. С уважением от автора. Петр Петрович. С уважением от автора. Сидоров Сидор Сидорович. С уважением от автора. 40 штук подписал. Он их отправил, или увез, или отправил в Петербург. Санкт-Петербург. Вот. И они были раскуплены с наценкой. За мой автограф. Вот за эти 40 книг, подписанные мной, которые я вернул Павлу, он их распространял. Вот, я получил свое. То есть я еще и на автографах зарабатываю. А так как сотни книг, которые я подписал, вот, я за них не получил ни копейки. Я уже поклялся Богом. Теперь, значит, как быть с вами? Если я первый, лучше два автографа. Павла и ваш. Хорошо бы Павла и мной. Ну, понимаете, дальше вы будете работать с Павлом, а каким образом мой автограф там появится, это еще впереди головная боль. Наверное, он мне пришлет их по почте. Вряд ли каждый раз друг будет приезжать. Пришлет их мне по почте. Я их подпишу, и список будет этих, которые первые из вас там. Сколько мне пришлют? 40, 100. Я их все аккуратно подпишу и отправлю ему. А, нет, так я же вам их и отправлю. Он мне присылает книги, присылает информацию. А, да елки. А что там так сложно получилось? Что я подписал, и книги уехали в Питер. В общем, я не знаю, как сделать. Это будет от Павла зависеть, чтобы и мой, и ваш был автограф. Мой это гарантирован. Так. Я подписываю в любом варианте. Так, теперь. Говорил, говорил. Надеюсь, что это понятно. Книгу обязательно куплю, пишет Леонид. Спасибо, с вашим автографом тоже спасибо. Вот. Ох, мне достанется, если с автографом получится дороже.
Вот я не приучен к этому. Вот. Ну, что будет, то будет. В конце концов, мы собираем деньги-то не ради собственного удовольствия, не для того, чтобы пойти в кабак, а для того, чтобы оплатить типографию. Вот я уже обжегся, 200 тысяч выслал, а результат лежат. Лежат эти самые 20 тысяч брошюр. Все. По-моему, мы закончили. Никто больше ничего не пишет. Вот. Сейчас я посмотрю, кто и нет ли новичков. Меня интересуют только новички. Потому что вас уже ничем не удивить. Вы уже кто-то второй раз, кто-то третий раз видел те же фотографии. Вот я и хочу посмотреть. А фамилии своих-то я знаю. Вот. Так. Да, есть фамилии, которые я первый раз вижу. Это так здорово. Не все просматриваются. Ну что, друзья, все, несколько новичков есть, за что я благодарен судьбе. Мне так надо. Понимаете, вокруг каждого из вас потом появится своя аудитория. Вот. Сейчас, знаете, я не вижу этого, я не знаю, я не залажу на чужие эти. Почему? Потому что грязи много. Грязи много. Помните, как меня встретили, моего брата, а потом меня, эти выпускницы Тимирязевки. Они были безраздельными хозяевами, у них знать одно, искалечить дерево, а потом прыскать, учить прыскать. Сами-то, господи, да я такая, да я сякая, да я шесть сортов. Чего? Люпина. Вот что такое люпина? Залез в это. Трава. А что ж ты учишь-то людей, которые хотят абрикосы иметь? Груши и прочее. Что же вы учите-то калечить? Почему вы, глядя на листья, не понимаете, что они загнивают только потому, что у дерева сгнила корневая шейка? Ой, не понимаю я вас. Ладно, друзья. А еще кто-то, Андрей написал, когда примерно выйдет книга. В общем, я, если понял Павла, месяц-два. Но зависит еще раз. Это я ему сказал, давай свой этот. Нам надо быстрее будет собрать деньги на то, чтобы типографию оплатить. Из ничего ничего не бывает, согласитесь. Время такое. Вот. Другое дело, можно ли доверять нам? Вот. Ну, я еще раз говорю, если буду жив, мне доверять можно. Так, когда примерно выйдет? В общем, так, Опарина плюс поставила, наверное, что имеется в виду, что книгу оплатит. Вот. Первый этап. Собираем среди своих для типографии. А потом объявляется подписка вот, для того, чтобы это целиком оплатить. Надо хотя бы аванс внести. Все, друзья, наверное, больше даже жалко расставаться. Жалко расставаться. Я сегодня много времени потратил на заочную полемику с академиком. Может быть, самый выдающийся в России. Вот. Я долго переживал, долго сомневался. Меня уже упрекали в том, оставь ты их в покое, говори как надо. А как можно говорить как надо, когда, смотрите, сколько у него может быть этих самых, сейчас, какой у него тираж, вот этой книги, которую я сейчас посмотрю. Сейчас книги больших тиражей не бывает. Книга напечатана в Харькове. Ух ты. Харькове, ё-моё. Так. А как кто-то мне ее прислал? Она напечатана в 2002 году, 20 лет назад. Ладно. Я сейчас объясню, в чем тут дело.
Я еще тираж. Сколько человек научили, что груши неправильные. Так, тираж я не нашел, допустим, да? Не нашел. В 2002 году понятно, зачем Харьков. Харьков был наш еще. Тираж не нашел. Но дело в том, что вот эти книги дали возможность расцвести невежеству, типа этой самой Поливкины. И главное, посмотрел мой фильм, где я объяснил: караул, прекратите, не калечьте больше, нельзя, не надо. Нет, вот некоторые эти, ну и сами возвращаться не будем. Так, все, больше писем нет. Ага, еще одно письмо. Ссылка, которая приходит на почту по косикам, не проходит, заблокирована почему-то. Ирина, пожалуйста, напишите мне это на мой электронный адрес, еще раз вышлю эту же ссылку, или как там. Еще раз вышлю. Мало ли что бывает. Или, может, уже написали. Разберемся, как говорится, в рабочем порядке. Теперь Шерепа пишет, Валентина, Валентин, Нина Селиванова пишет, Ирина Алтай пишет, Контора пишет. Я не устал, извините. Подумаешь, 3 часа прошло. Пусть пишут, я еще отвечу. Значит, ни один не хочу расставаться. Ждем. Неудобно прекращать это, общение, если люди пишут. Кому не надо, уже можно отключиться. Кто уже понял, что теперь у них есть шанс вырастить деревья, могут отключаться. Так, смотрим. Так, Ирина, 2 раза заблокирован. Значит, придумаем что-нибудь. Только напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Так, Селиванов, с праздником, поставьте счет Павла на минутку. А куда поставить? Давайте так. Еще раз. Где мы были? Я не совсем понял, что такое поставить счет Павла на минутку. Я просто беру и показываю вот это. А там вы уже, надеюсь, сами разберете. Вот видите? Вот Сбербанк. Это значит, что если вот это набил, можете послать ему счет, перевод. Как с ним связаться? Наверное, еще... Да. Найдете ли вот тут его, этот электронный адрес? В крайнем случае... А я мне не уполномочил электронный адрес, то нужен ли его? Вы отправили деньги, допустим, ему. Он должен об этом знать. Так, что же делать-то? А еще, знаете, что еще? Сейчас мы с вами заглянем ко мне в гостевую книгу. Смотрим. В общем, так. Здесь гостевая книга. Так. И я надеюсь, что он, когда здесь разместит объявление, здесь будет еще его электронный адрес. Или все-таки рискну. Сейчас, Ходоков. Это обычная переписка. Скиньте инструкцию по поращиванию черенков. Смотрителя. Скину, не жалко. Так, сейчас я, знаете, что найду? Найду его электронный адрес. Чувствую, не хватает этого адреса. Чувствую, не хватает. Павел Троценко. Павел Троценко. Копировать адрес. Интересно, скопировался или нет. Скопировался или нет. Вот смотрите. Поставьте, пожалуйста, счет Павла на минутку. Я хочу, что... А, здесь... Ох, а как же мне записать-то? И я могу написать. Введите сообщение. А, вот это вот получается электронный адрес Павла. Вот он, видите? Вот он. О, он активирован. И, допустим, вы отправили ему деньги.
А сюда пишите фамилию, отчество, адрес, все, я отправил вам деньги. Я такой, такой. Вот это вот, по-моему, очень важно. Вот это вот, так. Вот. Теперь, если вернуться сюда, и вернуться сюда, мы увидим, что скиньте инструкцию по паращине черенков шелковицы. Только почему смотрителя? Вы ничего не напутали? Наверное, так. Ну, потом вам отдельно скину. Так, новокрещенных, Данил. Что-то. Может быть, правда, это. Ага, это ваша, наверное, сертификация, да? Это к теме, это к теме. Время приближается. Вот. Посмотрели мы все. Вишня. Вот. Манжурцы. Все понятно. Так. И, может быть, все это к теме. Казахов, Москва. Ну, наверное, это уже... Так. Уже адрес для всех сообщать не буду. Закира. Черенки шелковицы смотрителя. Наверное, не смотрителя. Наверное, все-таки Алексейка Алексей Иванович. Завтра скину. Сегодня уже это подыхаю. Так, что там осталось нам? Еще пишет контора, нет? Так. Наталья Москва пишет. Пожалуйста, Наталья. Нас еще 40 человек вас смотрит, чем кончится этот вебинар. Ну и что? Подумаешь, четвертый час. Тоже мне проблема. А, Наталья пишет, заплатила за две книги. Так, Павел Николаевич, с вас фляжка, как у нас в Украине говорят. С вас фляжка. Мы же не собирались это все рекламировать. Я сказал, что свои заплатят хоть сколько-то. Так что Наталья заплатила за две. Ну что, друзья, все. Пока никто не пишет, надо срочно отключаться. Давайте, друзья, прощаться на сегодня. С наступающим праздником. Вот. Я потом, после праздника, я там хотел поговорить все-таки о том, что если мужики в штанах, то он должен быть больше, чем это самое, чем обыкновенный обыватель. Вот. Ну, мы об этом еще поговорим. Хотя надо бы поговорить праздник, но у нас следующий вебинар будет уже после праздника. Ну, как раз пройдет похмелье. Вот. Мужчины, мужчины, мужчины. Нам в стране нужны мужчины. Вот. До свидания, друзья. Я начинаю отключаться. Следующий вебинар получается 28. До встречи 28 февраля.